Один вирт. Блять, вот смотрите, вот этот мод тайм-цикл, да, вы в прошлом РСП видели его? Блять, вот сейчас посмотрите, как красиво выглядит, охуеть. Вообще. Так, кто там на гидравлике сжигается? А, дрон Невис. Спасибо, кстати, ему, вот он. Так, смотрите, блять, они что, одинаковые или... Нет, у того колеса другие. А вот эти вот две вообще в одинаковые в точности. А, нет, еще эти разные. Как они, блядь, юбки или что это? Бампера, какие юбки. Вот мне передние мои лучше нравятся, но задние, мне кажется, у него как-то баще. Хотя нет, у меня так-то более-то менее лучше. Нравится мне так. В общем, давайте начинайте, тут больше никто не приедет. Не дай бог буллеты или прочие инфернусы приедут. Да горячил он-то, а где там... Очкует-то что-то я. Начинаю регистрацию, окей, блядь, регистрируй меня. Алина Твикс. Марк Хубард хотел, короче, он со мной покататься сел. Хотел вылечиться, машинка отъехала. Ну ничего страшного. Зит Смит теперь меня регистрирует. Давай резче. Ну или он, наверное, ничего не скажет. Мэрия всегда любит смотреть вверх. Это всегда, это я знал. Это давно я заметил. Садись. Так. Кто сигналит? А, таксист. Ты чё, блядь, выиграть собрался? Ржать буду долго, если он выиграет. Так. Сейчас началась регистрация. Так, а подожди, за второе, за первое 150. Так, сейчас я почитаю. За первое место 150 тысяч. За прошлый раз нам 200 тысяч давали. Ну, 50 тысяч ничего не решат. Так. Ну, нужно ждать опять долго. У кого-нибудь ограничитель будет 50, мы будем еще выждать. В принципе. А почему я так думаю? Да потому что в прошлом летсплее, когда я записывал ту гонку с мэром, такая вот два дебила нашлись, которые ограничители себе умудрились друг другу выбить. И их ждали минут 15, наверное. Так. Ну и что дальше? Блять, три леги, охуеть. Так, у меня какой клист? Мой хоть стоит. Да блин. Да мотайся ты. А, клист 19 надо включить. Так, 19-й. Ха-ха, Саванна приехала. На что ты надеешься вообще? Дрон Невис, клисты ставьте. Какой, как, а какие? Вон, Султанчик еще один подъезжает. Всем участникам клист 2. О боже. Светло-зеленый. Не самых он красот. Медик, вы смотрите. На какое это убожество. Нет, ну в принципе Саванна нормальная, да? Для N-класса. Ну лучше Сабре. Это мой вкус, не-то. Некоторым, если Саванна нравится. Так. Что-то они захохотали втроем, смотрите. Хохочет, 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 хохохохохо. Пусть рвутся, пузика аж чешется. Ой, яр, блять. Так, у всех вот клисты. Давайте начинаем. А, сука, я не знаю, в какую сторону ехать. Эх, надеюсь, выиграю. Где финиш? Да, надеюсь я на то, что выиграю, потому что трассу я первый раз вижу. Точнее, вообще ее не видел. Так, кто-то хочет у меня засветиться с нулевым ID. В моем летсплее, ну, порадуем пацана, он засветился. Так. И что дальше? Ну это же Мэри. Так, теперь по одному выезжаем за серым Хантли. О! Я-то думал, мы еще ждать что-то будем.
Так, сука, место за... Пидорасы! Розовое говно. Мясо, бомжи! Рвемся к власти. Да, да, вообще ужас. Сейчас отменю нафиг. Чё, сука, делаете? Чё колотишь ты? Бомжара! Убейте бомжа! Даже вертолеты обосрались, взлетают. Так, блядь, уже выбили мне процент. Куда ты? Моя очередь. А, нам трассу, что ли, показывают? Не ожидал. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Начало через 5 минут. В принципе, нормально, чё. Короче, кто сказал, го, все сигнали, где-то этот ад на колесах. Вы послушайте только. У меня гидравлика, но они слышат все равно. Гудок. Бля, они все еще сигналят, прикиньте. Сейчас. Блять, уже отчет был. Да сука, я пропустил все, все. Проебал, просрал все полимеры. Дауны. И вы посмотрите, что творится. ПДД, я просрал. За руль. Да нихуя, все. Да просрал. Я не заеду еще. Что, зачем я это сделал? Блять. Это фейл, блять. Пиздец, лох. Блядь, да еще лагает. ПДДшку дали. Надо же было додуматься за этими бомжами поехать. Ладно, доеду уж что-то до конца трасс. Так, ага, кто-то вообще туда улетел. Так что, я не последний. Но хотел первым быть. Первым с конца. В общем, тише едем, дальше будем. Все, выиграть как в тот раз не получилось. Не всегда же будет вести, да? В общем, бомжи какие-то там выиграли. Старт дали, я старт-то проебал, еще перевернулся. Ну ладно, чё. Санные гонки, их каждый час, кстати, идут. Там пейнтболы всякие, все, я вздыхаю. А почему я... Блядь, да кто с гидравликой-то каждый раз? Смотри, какой баг! Включаешь гидравлику и это... Пополняется. Ха. Пиздец.